Всем привет, и с вами Пит, 980-е королевство. Мы находимся на драконьем поле битвы между альянсами Кал, Кол, наверное, будет правильнее сказать, из 1029 и альянсом Ло из 1340. На данный момент эти две команды были в топ-40. Кол повыше, 1340 пониже, но на данный момент вы видите, что просто китайские игроки разрывают альянс Ло. По времени в Китае сейчас уже 12 часов дня, а Ло, видимо, еще глубокая ночь. Увы, не всегда можно играть в нужное для вас время. И как мы видим, китайских игроков 20. А игроков альянса Ло всего 8. Смотрим основные замки. Ну, вы, наверное, знаете об этом альянсе. Эти ребята очень не любят отдавать свой трон на КВК. Рыцарь 60 уровня. Паладин 80. 6 миллиардов убийств. И смотрят, самое главное, 300 миллионов уличных войск. Страж 58, данные при нем премьер-министр 54 год, казначей 55. Смотрим, идет подкрепление, сейчас, наверное, будут сборить китайские игроки. И вот король их. Очень сильный замок, я вам сразу скажу. Сейчас мы посмотрим отчет, возможно, уже есть. Нет, нету. Цена он взял без выхода. Вообще, как вы видите, битва идет как бы в одни ворота. Было небольшое соперничество за... О, вот и первая жертва, ребята. Вы видели сами. Мистер Сир База с 1340 был убит. Но это ферма, скорее всего. Ну или похоже на это, фермерский замок. Вот такой отчет. Ну да, ребят, смотрите сами. Разница в процентах. В составе сборов. И войсках. Я думаю, тут все очевидно. Слишком велико превосходство по составу войск. Сейчас вы это поймете. Смотрите сами. Уровень молитвы. Грифон 2 по 77. Это кавалерист. Били они одной кавалерией. Грифоном, пегасом, пехоты. По классике пехота. Это вот ерундой занимаются люди, если честно. Пихаем много войск непонятных. Стандартные походы. Грифон зашел на ура. Как вы видите, заряженный, не заряженный. И игрок совершенно не разбирается, я думаю, в этой игре. 33 уровень. Кракена на стене при обороне. Ну, смотрите, судите сами. Молитвы не закачаны. Нету и 20. Войска, ну вот есть 11, чуть-чуть по 20. Но все равно все убито. Кавалерия, все это войска просто убили, ничего не убив. Даже пегаса нет 50. Видите, всего 20. Поэтому отчет очевиден. Что еще? Давайте посмотрим сравнение общее. Ну тут, ребята, да, я вам все-таки покажу, наверное, пару отчетов с рудника. Совсем я забыл. Вот, смотрите, была одна интересная битва. Довольно. Мистер Смит, лидер альянса. Уже улетел он. Китайцы прогнали всех. Наверное, мы его можем найти, но... Ну все, ребят, тут уже пошел в канале. Видим, как мы видим, все тут уже... Убиваются замки. Крупный отчет, наверное, был в самом начале. Ну да. 25 миллионов. Это зашли не полным сбором. Разбились, но убили много. Вот король слева. Я думаю, это не максимального процента. Ходили на пехоте, паладин рубил только в путь.
Но и кавалерия была. Всего по 90 тысяч примерно так аккуратненько созданы составы. Видите, больше пегас. Свали сбор. Но сборщик имеет очень сильного паладина. 80. Ну и тут разница как бы в молитвах. Ну блин, ребят, в общем, все силы, как вы понимаете, не равны. Очевидное превосходство альянса из 10-29. Или просто кол. Поэтому мы все равно представим вам соперника и, наверное, будем уходить отсюда. Немножко разочарование. Вот, уже горящие замки. Амедеус, рыцарь ихний, уже убит. 53-й лорд. Посмотрим, как он был убит. А убит он был за одну атаку. Что я могу сказать? Ну, 400, да, процентов. Защита наносимой 42. Но, блин, в сравнении с пехотно-конным замком короля, ну, это вообще ничто, ребят, ну, вы видите. Он не самый сильный еще король. У них есть посильнее игрок. Вы, наверное, видели отчет уже с рудника. 60. Все замолено. Почти 70 слоны уже замолены. Ну, ребята вкладывают большие деньги, чтобы играть на равных с топами, оставаясь при этом средне крутым альянсом. Вот их академик. Ну и все. Здесь можно, конечно, посмотреть, но тут я видел только ерунду. Видите, все поражение. Поражение все идет в одну калитку. Как бы... Игрок слева, вот, сильный. За 500 может больше сделать здоровья. Я где-то видел отчет его 600. 1.8. Ну, все здесь на максимум, ребят. Против дрожащего. Ну да, по 50 молитвы есть. 12-й. Сделал защитные войска. Пегас 2 по 50. Все правильно. Но, ребят, ну, блин. Ну, не будет сражаться в защите Пегас. Ну, не будет. Сегодня ребятам из 11.13.40 не повезло. Я думаю, тут все понятно. Для сравнения, ни одной атаки по замку Лоа. 7 убитых замков убили альянсы из Альянс Кол. У них называется Альянс Килл. Оу. Убить всех. Поэтому вот так. Кузнец. Все замки очень сильны. Кто-то улетел. Премьер-министр. Пока еще не найденный живой. Ха. Всем пока, ребят. Смотрите сок. И сейчас будет продолжение. Увидимся позже.